Знаете, мне очень часто задают вопрос, а когда ты начинала, у тебя все сразу получилось? Вы знаете, когда я начинала, то я, честно говоря, хотела завязать с этой деятельностью, наверное, каждую неделю. Вот я просыпалась и думала, а зачем мне это все надо? Эти меня не понимают, это я не умею, здесь меня бесит, здесь меня раздражает. И каждую неделю я практически думала о том, где бы найти обычную нормальную работу и просто, ну, можно сказать, сдаться и заниматься тем, чем занимаются все люди. Но вы знаете, когда вы делаете неординарные действия, то они приводят обязательно к результатам. Когда вы очень сильно верите, то все в вашей жизни случается. Это 100%. Потому что... делаете необычные действия, получаете необычные результаты. И вот когда сегодня, по прошествии лет, я вспоминаю этот момент, и я очень-очень себя уважаю и люблю за это, потому что прозрачное море, ни одного человека на пляже, ты можешь задуматься, можешь пофилософствовать, можешь позаниматься йогой, чем ты там хочешь позаниматься, там, с мячом, с мячиком. Пожалуйста, все, что хотите. Море волшебное, теплое, спокойное. И вот ты вспоминаешь, думаешь, блин, какая я дура, такие мелочи. Подумаешь, кто-то там послал, кто-то покрутил у виска. Да пусть они живут, как хотят, Господи, да ради Бога. А я знаю, к чему я иду. Мне нравится свободным быть человеком. Мне нравится вставать, когда я захочу. Мне нравится, когда ребенок болеет, быть дома, находиться, а не пытаться там что-то отпроситься у какого-то начальника, который непонятно о чем думает. Мне нравится вставать рано, ложиться поздно. А завтра мне нравится лечь поздно и встать рано. Я не хочу жить по графику. И вот действительно, вспоминая вот эти вот слезы, вспоминая те трудности, которые преодолели, да, там и квартира съемная, телефонов никаких не было, с ребенком посидеть некому. И вот ты просто вот в такие моменты ты начинаешь себя действительно уважать. Не бойтесь трудностей никаких, да пофигу, не слушайте никого, идите к своей цели, понимайте, что вы истинно хотите в этой жизни.